Всем здорово, народ! С вами Кузак и мой друг Ян. И сегодня мы продолжаем играть с челленджем в GTA 5. Yeah. С одной рукой, типа, да. Вы помните, наверное, это. И надо громче говорить, потому что это... Ну, окей, я буду говорить громче, да. Короче, в общем, ребят, да. Мы это уже снимали, но сегодня мы будем просто по-обычному, то есть без какого-либо перца, просто будем играть на геймпаде и вот так вот. Но все равно будет угарно, это бред, потому что мы запустили посложнее сегодня гоночки. Не как в тот раз, хотя в тот раз тоже было сложно. Короче, мы начинаем, да. И вот все дела. Так, уже запустили. Друзья, еще погодные условия какие-то вообще не вот о чем. Так, с кайфом. Я отвечаю за газ и за осмотр, а... Да, я вот именно управляю, да. Кстати, я не знаю здесь, кому будет сложнее. Вообще хрен... Ты так не тыкай много раз. А то сейчас это, подписчики там охренеют от звука. Это, я еще сумасшедший... О, бля! Нормально. Это, кстати, я не пойму, это автоматическая гонка или что? Ну да пофиг. Еще к тому же, блин, это дождь, я не знаю, мы из-за этого первые пройти. Стой. В смысле? Стой. Тихо. Возрождайся быстрее. Капец полный. Ладно. Там просто мы врезались. А челиков, кстати, присоединилось довольно много. Влево. Так что да. Я не знаю, я проеду? Проеду, все нормально. Только мы уже вторые, не совсем круто. Но хотя, с учетом того, что он вылетел... Нет, один все-таки проехал там. Надо было загладить просто. Ага. Ну, кстати, я загладить бы смог, потому что как бы я управляю за это. Так. Тебе ничего не надо будет. Нормально. Нормальная тема, очень слушай. Надо как-то... Я не знаю, здесь можно еще как-то ускоряться, по-моему, вот так вот на дыбочках. Но хрен знает. Ну, с ней помогает. Да, сейчас вылечу 100%. Вообще, еще погодные условия такие жесткие. За это... Так, тихо. Тихо, нормально. Тихо, на да, там вроде чекпоинты там, да, так что все хорошо, без проблем. Да. Ну слушай, мы вроде не так уж это отстали-то от всех. Это что? Нормально. Это грузовик, мазафака, бич. Это самое. Давай, аккуратно здесь. Да. Люди говорят, не очень. На самом деле, вот сейчас вот вроде как спокойно идет, так же, как я управляю всегда. Мне надо тормозить, я забыл. О, это чисто арабский. Нормально, да. Я сначала понял, что ты Беладзе, когда мы там только приземлялись. Типа большие тачки, знаешь? Да, я понял. Ага. А, и вот она хрень, которая там на крючке, все. Эпилепсия. Я все понял, да. Сейчас крошетка. У кого эпилепсия, там мы уже не смотрели. Зачем я занесся, тихо. Я бы сейчас бы съел перец, если бы мы сейчас с перцем играли. Но больше я не хочу есть. Мои глаза просто, что? Нормально, смешно. Мне раньше такое было, только вот от неоновых труб, когда они только появились и все дела вот. И мне, кстати, половину экрана вообще за гараж стойка, но да пофиг. Я думаю, я справлюсь. Вот, я же беру. Вообще нормально. Так, а теперь здесь сложность в том, что это реактивный Бэтмобиль. И еще дождик, и мне кажется, он сейчас будет скользить в какой-то момент. Я думаю, тебя не занесет. Ну, если... Это главное, дави на газ. Я буду юзать эту штуку как можно быстрее. Так. Не, на самом деле, я на первой позиции, слушай. Нормально. Он слетел. Да, значит, у нас есть сейчас все шансы пройти это. Так, теперь это в один из моментов... Да, она там не юзалась, слушай. Вот это бред. Ладно. А ты что, правый играешь? Потому что у меня таза затекла, я встал в таком положении. Тихо. Я перепутал правый. Давайте. Нормально. Риверс полный вообще. Левее. Да она не едет, видишь, она какая смазливая. Это очень сложно. Дождик ее просто сбивает с пути. Видишь, они все слетают, типа, поэтому становишься. Ладно, нормально. Давай ускорение не всегда юзать. Не-не-не, она сразу тянет все. Что-то я вообще аж залип. Смысл залип? О, смотри, тянет. Да вот здесь вот оно начинает слетать, здесь надо резко... Давай. Влево! Да я как могу, она просто не тянет, она как бы соскальзывает там. Я не понимаю, в чем прикол. Вот здесь вот уже надо постоянно почти тянуть наверх. Чтобы она тянула. Ха, слетели. Давай! Тяни! Первую позицию её! Да! Отлично, проехали. Блин, охренеть! Вдвоем играем на геймпаде, нагибаем всех, кто здесь есть, лучше притормаживать. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо, главное за ней занестись. Она потому что... Жогар Хардеган. Что? Что это? Непонятные слова, это ругательство нудистов. Не знаю? Нудистов? Что? Не знаю кого. Мне начинает собирать нестись, когда я начинаю проходить что-то. Да. Минутка молчания такая. Сырчки такие надо добавить, потому что на монтаже. Вы не сильно руку задрали, вопрос у меня такой. Мне кажется, вот я думаю, а чё это так рука затекает? Мы же в тот раз вообще еле-еле. Так,
Я понял схему, смотри. Да смысл схемы, никакой нету схемы, я просто... Типа вот так показываю. Ну ты че, смотри. Вот, видишь, я же говорю, так надо было. Все, спокойно. Так, а теперь надо нажать тебе на какой-то... Не нажимай сейчас, не... Не нажимай, отпускай. Еще раз на А нажми. Еще раз на А. Давай. Пожалуйста. Годно? Нет, не годно. Подпрыгну. А, все, взяли. Летим. Подпрыгиваем. А кто подпрыгивает? Нормально. А, все. Нормально, мы взяли. Но чекпоинт. Мне такое ощущение, что этот чекпоинт был не... Да. Так что нам сейчас бьют еще раз. Во-во-во-во-во, арабский дрифт. Вот так вот, нормально. Приземляемся в дорогу. И тебя вот на голову. Вот это год. Вот это было, кстати, да, реально очень охрененно. Непременно. И чего не поворачивать? Кто смотрел кролика Питера, ребят, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я вот прям сейчас вот так залип, как тот, короче, олень такой, типа... Свет фар. Цвет настроения синий. Чё? Прилюшка? Ну-ка. Ты куда? Это я рулю, я понял. Только нам сейчас придет конец. Дави на газ. Ладно. Интересно, мы сейчас из-за того, что возродились только что. Мы сможем его? Ладно, так тоже сойдет вполне. Ну, мы же порезаем, сейчас должны будем ехать. Нет, по сути, нам надо просто свернуть и все. Все, сворачивай. И там уже наконец-то будет финиш, и там у нас сейчас будет просто лютая гонка вторая. Это дичь будет. Угу. Просто вот каменная. Такая вот огромная дорога, и надо в камень влететь просто. Так, нормально. На самом деле, гонка такая изичная, даже вот вдвоем мы прошли без особых таких усилий. Даже можно не на трамплине заезжать, в принципе. Так, давай. Раньше у нас даже не получалось, как сказать, типа... Скиллы подрастают. Да, вполне. Братья. Фух. Пси. Сейчас будет вторая гоночка, и мы продолжим. Погнали. Да. Кодный переход. Короче, ребят, а зачем я это сделал, я не знаю. Я знаю, был. Короче, мы продолжаем. И посмотрите, что у нас сейчас будет за гонка. Это просто охренеть. И сейчас будет какой-то турбостарт, опять же, успей. И мы не поменялись местами, но да пофиг, мы так это гонка. Да поменяемся сейчас. Ну давай, экстренно. Давай, бро, быстрее. Пофиг. А зачем я это нажимаю? Нормально, летим. Все, поменялись. Так, давай, нормально, пока что летим, ты можешь передвинуться, у нас есть минутка. А? Все, я теперь давлю на газ, получается, а ты рули, и все дела, тополя, и куда я смотрю, непонятно. Так, камеру тебе, наверное, надо так чуть-чуть. Хотя мне можно даже камеру не шевелить. Нет. Эта тачка очень хорошая. Газуй. Кстати, ты правильно то, что ее взял? Я забываю газовать почему-то. Я думаю, что это ты должен делать теперь. Ладно, давай. И опять же, мы на первой позиции сейчас. Это просто дичь. Хорошо. За годом. Да. И, кстати, кто-то не понял, мы, короче, катаемся типа по игровому автомату такой, который там убивает. Да, видите, вот даже играет. Сейчас я даже... Ладно, не покажу сейчас. Так. Куда ты? Мне кажется, там надо было по прямой ехать, и все дела, и все. Ну, окей. Так, да. Видно все, ребят, чтобы мы сказали, что мы... Так все намного еще проще, оказывается, чем это. Сейчас кормяк и лекин дохан. О. Давай сделаем вот так. Сейчас будет видно, я уверен, потому что мы сейчас еще поднимемся на горку, принципе, и... Да, обязательно должно быть видно, мы должны будем обратно лететь. Абсолютно. Так. У нас там кошка просто сзади. Что ты делаешь? Ух, смешно, если сейчас будет типа мяу. Да, это был бочек. Это сделай скрин обязательно. На что-то нажать, надо, сам нажмешь. Какой скрин? Экрана. Так я, он и так уже записывает, я F1 сделал, типа, да, чтобы записывал. Да. Так. Нифига себе. Ну за это 20 серпи, кстати, дают. Типа опыт, да. И мы так не показали там этот автопром. Какой автопром? Долбанный автомат. Может мы еще поднимемся наверх? А то один раз. Проехали по такому, типа, это место. Тихо. О май гад! А я знаю, что в чем прикол? Это я отпустил газ, и типа мы из этого слетели. И нас догоняют. Просто и нас очень... догоняет какой-то этот на старой Ламборгини. А я вообще, кстати, сейчас ничего не вижу. Шаришь? Окей. Хотя, потому что мы заспамились, наверное, ровно к чекпоинту за это. Так, слушай, приторможу. Его. Он за нами прям едет. Джамбали. Так. Тихо. Долбай. Вот.
вдвоем. Додик. Давай назад. Хорошо, давай. Джамболига. Джамболига. Он как будто это какой-то боксер. Да, какой-нибудь. Или, знаешь, это... который из Мстителей. Мы бесконечные! Чё он так дрифтит, жестко, этот суперкар, который... А мы на первом месте, он слетел, понял? Да? Да. Чё-то как-то вообще изи, пацаны. Я не знаю, ребята каждый день играют в гонки, блин, и как-то это... Хотя уже... Тихо! Тихо. Вообще, это из-за того, что два мозга лучше, чем один. Нельзя такое говорить, как-то... Я не увидел! Я просто отвлекся, как камеру смотрю, короче. Вот он, автомат. Вот он финиш. Ладно. Блин. Можно было сказать, что мы финишируем на первой позиции, если мы там не тупили. Вот. Да. Ну, в принципе, друзья, если вам сегодняшний ролик понравился, и скрипачий стул тоже понравился, скрипит как не знаю что. К чему это было сказано? Скриптонит. Скриптонит. То можете подписаться на мой канал, на канал Яна, поставить лайкусики, оставить свои пожелания к следующему выпуску, и там все дела. Короче, всем друзья, я за, пока. Пипец. Это оригинально.